Получить архивные справки, сведения о судимости и совершении коррупционных преступлений стало намного легче. Сотрудники Комитета правовой статистики и специальных учетов Генеральной прокуратуры Республики Казахстан провели в Каменногорске разъяснительную работу с жителями и рассказали, как с помощью онлайн-технологии получить нужные документы буквально в один клик. Новая услуга предоставляет информацию о том, был ли человек замешан в коррупционном правонарушении, что может быть полезно как для тех, кто ищет работу на государственной службе, так и для организации квазигосударственного сектора. Ранее люди должны были лично обращаться в Комитет по правовой статистике, а сейчас сделать это стало намного проще. Комитетом по правовой статистике и специальным учетом оказываются следующие виды государственных услуг. Это справка о наличии отсутствия судимости, справка о совершенном коррупционном преступлении и архивная справка. В 2020 году были внесены изменения в Трудовой кодекс Республики Казахстан. Обязательным при поступлении на работу в квазигосударственный сектор является отсутствие коррупционного преступления. В связи с этим было принято решение перевести данную справку в разряд государственных услуг. Эти государственные услуги вы можете получить, обратившись в ЦУН или на портале правительства для граждан, либо через приложение ЕГОВ Мобайл. Правительство для граждан может предоставить такую услугу, как справка о несудимости, через электронное правительство, это то есть egov.kz, либо через операционный зал посредством электронной очереди. По электронной очереди могут получать лица, которые выезжают за границу, это с гербовой печатью требуется, когда... и также несовершеннолетние лица. Мы решили попробовать получить справку самостоятельно. Для начала я захожу на портал ЕГОВ. Можно зайти при помощи QR-кода, отсканировав его на приложении ЕГОВ Мобайл. Так, я зашла в личный кабинет, и сейчас я зайду в услугу трудоустройства и занятость. Выбираю услугу выдача сведений о совершении лицом коррупционного преступления. И дальше следую по инструкции. Понадобилось всего лишь пара кликов на телефон, пришел SMS-код, который необходимо ввести в специальном поле. Теперь нужно ждать, когда будет готова справка. Прошло более 5 минут, и моя справка уже готова. Я ее получила на мобильное приложение ЕГОВ Мобайл и скачала в PDF-формате. Срок исполнения данной услуги занимает от 10 минут до 5 дней. Причина того, что справка делается несколько дней, в том, что иногда требуется проверка лицам со схожими анкетными данными. Лейла Срембекова, Максат Нагметов, Алтай Ахпарат.